2024 год, 1 июля. Здесь я хотел показать один из тяжелых генетических программированных вариантов лейкодистрофии, когда в процесс включается не только кора головного мозга, полушария головного мозга, но и мозжечок тоже. И состояние ребенка, когда они первый раз приехали, было очень тяжелое. К нам приезжали с Америки тоже по этой болезни. И там в Америке тоже, оказывается, лечения нету. Два больных приехали, одному мы вылечили, второй там пошел другим врачам и ушел от жизни. Так, айтаман, узбек чахалып, здесь, значит, давайте почитаем, почитаем этот выводы. МРТ признаки двухсторонней диффузной лейкоэнцефалопатии больших полушарий головного мозга, полушарий мозжечка со симметричной гидроцефалией заместительного характера. МРТ признаки частичной гипоплазии мозолистого тела, МРТ признаки икорокистозных изменений субарахноидального пространства. Здесь первый раз они приезжают к нам, хотя гигантство бринчи марта Брилева. 17 февраля они приехали. Ну, полтора года уже уходит. Сейчас, если 1 июля, значит, прошло полтора года. Давайте посмотрим ребенка, какие изменения. Папа не будем снимать, только ребенка. Калясом с того не хранится. Да, они издалека приехали, поэтому сейчас от Кузвалорича. Поэтому сейчас ребенок чуть-чуть этот... Хоп, не мы яхшо сгарышляр. Что лучшего, что хуже. Не мы яхшо сгарышляр. Демек, бринч орында, олдын зондовое питание было, яни, чтобы исключить питательное внимание. Сейчас мы убрали, потому что ребенок научился глотать. Жевать пока еще не совсем научился. Халит шляп чайна валяткан йога? Сейчас пока нету. Шляп чайна валяткан йога, лекин бір қатар, бір чайна, бір ямлап бүтінішін бар. Үнкі зон топташадик, тонақлары йог му бар ма? Тонақлары йог, қол аяғында спастика бар ма йог ма? Тонус бар. Тонус бар. Тонус пасан япты ма, күчай япты ма? Сал күчай япты. Тонус вначале, значит, не было, потом появился тонус, это хороший признак, потому что появляется сила мышц, это второй этап развития, то есть выздоровления. Потом уже эти тонусы будут уже координированные, и движение рук будет координированные, тонус постепенно будет уходить. Demek birinci kekende kol ayakları şılıklap durardı, bütün olmaz be. Hani tonus payda bu, bak bu yakışık görsel geç. Tonus payda bu gen, küç payda bu gen de anlatadı. Şimdi küç payda bu gen de ki sekin sekin, şimdi hareketleri, maksat ki yönelgen bolu, hareketleri demek kirekli miktarda bolu. Yani diskinziye, peki diskinyetik hareketler. Kolunu çözemem deyse, ayağı uçup getirip, ayağını uçamam deyse, kolu uçup getirip, ağzını açamam deyse, yine tartışıp kalıp, şuradaki haletler bu miydi? Bu meslek için hareketlerde kılamın. Allah şifası neysin? Dayı bulmamız zaravlenye, diagnoz leukoencefalopatiye, тяжелая форма, неизлечимая. Или форма генетическое программирование вариант. Но доктор Джалил будет лечить и будет получать результат.